Сейчас я хочу передать слово нашей организации, нашим друзьям, соратникам, Союзу десантников Луганщины, а именно руководителю этой организации. Балабин Александр, председатель Союза десантников Луганщины. Буду краток. Во-первых, очень хочется поздравить всех, кто сегодня пришел на это мероприятие. Нас осталось мало. Это те люди, которые ничего не боятся, которые боролись за наш мир, за русский. И я верю, что они и дальше будут бороться. Во-вторых, передать большой привет всем президентам Украины. Будьте вы прокляты, гаденыши. Вы смогли убить такой цветущий регион, как Донбасс. А также хочется передать большое спасибо России, которая до сих пор не может определиться, кто мы и за кого мы здесь воюем. Вот памятник этому товарищу, он здесь нахрен не нужен никому. У нас наш город возник благодаря Екатерине. Это ее место. Наворачиваются слезы и обида за то, что 5 лет мы живем непонятно в какой стране, непонятно, что мы построили. Местная власть знать нас не знает, хотя сидит, мягко говоря, на штыках, на которых мы ее вознесли туда. Россия решает свои финансовые проблемы, не может определиться, кто мы. Так вы определитесь, ребята. Можно сразу же всем на кладбище идти. Большое спасибо. Ура нашим десантникам!